Нурсултан Назарбаев и Франсуа Олланд сегодня приняли участие в открытии филиала Института Сорбонна Казахстан в Алматы. Отмечу, французский президент находится с двухдневным визитом в нашей стране. Церемония открытия прошла торжественно. Президенты обеих стран решили лично поздравить профессорско-преподавательский состав и студентов международного вуза. Это второй в мире и единственный в Центральной Азии филиал научного центра высшего образования Сорбонна города Париж. Институт Сорбонна – самое старое и знаменитое учебное заведение Франции. Его история начинается с 1215 года. И, как отметил Нурсултан Назарбаев, без вовлеченности в мировое образовательное пространство Казахстан не сможет построить новую экономику, основанную на инновациях и знаниях. В нашей стране образование является безусловным приоритетом развития. Казахстан взял курс на его приближение к лучшим мировым стандартам. Мы ставим цель, чтобы наша молодежь могла обучиться в своей стране всем знаниям и навыкам, позволяющим смело смотреть в будущее. Приход к нам университетов с мировым именем показывает, что мы выбрали правильный путь. Казахстанско-французское сотрудничество в культурной и образовательной сфере будет и дальше расширяться. Я уверен, что выпускники нового вуза смогут внести существенный вклад в инновационное развитие Казахстана. В Сорбонне Казахстан начнут готовить специалистов по двум специальностям. Это международные отношения и менеджмент. В будущем здесь планируют создать медицинское, сельскохозяйственное отделение и факультет маркетинга. Открыть второй филиал французского института в Казахстане предложил известный писатель Марек Хальтер, который в годы Великой Отечественной войны был спасен на казахской земле. Проект – это сделать верный, красивый университет. 5 факультетов, плюс здесь нас просят тоже медицину, маркетинг, агрикультуру. Так мы это все сделаем, но это первый шаг. Вы знаете, это как в любви, первый шаг – это самый важный. Так у нас здесь уже есть 2 факультета. После окончания этого института мы получим 2 диплома – казахстанский и французский. И у нас уже будут дипломы международного уровня. В нашей стране много французских компаний. Возможно, буду работать совместно с ними, либо открою новое предприятие. Это огромный стимул для казахстанской молодежи. Спасибо президенту Назарбаеву за поддержку этого проекта. Мы сделаем все, чтобы оправдать его высокое доверие. Сорбонна – самый известный в мире институт. К нам теперь приедут профессора из Франции, и мы станем частью этого образовательного процесса.